Мое дело не критиковать тех, кто у власти, а молиться за них. Иногда мы говорим: «Господь, разберись с кем-то там». Разберись с ним, и мы думаем, что у него будет сердечный приступ. Или произойдет что-то ужасное, а Господь говорит: «Я с ним разберусь, но только с любовью и милостью». А вы думаете: «Нет, только не с ним». Почему? Потому что это религия. Религию не радует, когда грешник спасается. Религию не радует, когда ненавистник становится последователем Иисуса Христа. Религию не радует, когда разбойник, висящий рядом со Христом, на последнем вздохе обращается к Господу. Это никак не вписывается в доктрины религии, которая считает, что вы должны сперва что-то сделать, чтобы Бог вас принял. А вы должны быть правильными и праведными. А Бог говорит: «Ваша праведность для меня как грязные тряпки». Он сделал грехом того, кто не знал греха, чтобы вы могли стать праведностью Божией во Христе Иисусе. А вот какой Иисус. И когда мы говорим о Божьем огне и о Божьем движении, то я хочу уточнить, что Бог не движим гневом или желанием судить. Это движение полно силы, но другой силы. Это сила Святого Духа. Это движение будет таким сильным, что люди не смогут противостоять ему. Люди пойдут за Богом. Они будут падать перед Богом. Они начнут спрашивать вас о вашей надежде, потому что почувствуют в вас что-то другое. Бог будет двигаться через вас и станет магнитом для вашей жизни. Так Бог принесет свою славу всей Южной Африке и всему миру. То есть это крещение не только для воскресного собрания, где вы можете упасть на пол или ощутить какую-то дрожь, или получить золотую пломбу. Кажется, на прошлой неделе я потерял несколько человек, когда говорил о перьях, потому что некоторые люди поместили свои перья в рамочку. Люди часто так поступают, они ставят движение Божие в рамочку, но Бог не такой. Он не стоит на месте, а движется. Он движется из поколения в поколение. В каждом поколении он звучит иначе. У него есть новая мысль для каждого поколения. Молодые люди, вы должны прославлять Бога так, будто бы вы его любите. Вы можете воздавать Богу радикальную хвалу, да и должны. Вы должны, потому что вы созданы по образу Божьему. Нашему миру, я могу это сказать, потому что я учился в библейской школе, нашему миру не нужно еще больше доктрин. Я не говорю, не нужно знать слово. Я говорю, что не нужно больше доктрин. Недавно я пришел в офис, и мне позвонили люди, которые хотели бы провести у нас конференцию и учить нас тому, что есть всего один Бог, а не триединый Бог. Якобы есть какой-то доктор или апостол, который получил откровение об этом. Такие вещи разделяют церковь. Молодые люди, никогда не становитесь религиозными. Вот почему я говорю вам все это. Многие религиозные люди, религиозные церкви, религиозные деноминации разделились из-за крещения. Мы знаем, что крещение идет за покаянием, но у нас есть более серьезные проблемы. Библия говорит: «Если поверишь, то спасешься, а если вы креститесь, то это послушание». Но люди пошли еще дальше. Вы крестились во имя Господа или во имя Господа Иисуса, или во имя Господа Иисуса Христа,
или во имя Отца, Сына и Святого Духа. Вы крестились один раз, или три раза, или семь раз? Мне все равно. Просто окуните его в воду. Крестите этого несчастного. Пусть его прежний человек умрет во имя Иисуса. Если нужно, то подержите его под водой 7 минут. Целые деноминации распадались из-за этого. А при этом люди идут в ад, люди погибают. А церковь спорит о том, сколько раз нужно креститься, один, два или три. Это лишь один пример из многих. Если посмотреть на соцсети и послушать разговоры обычных христиан, то они постоянно нападают на других христиан. Мусульмане так не делают. Никакие другие веры так не делают. Сатане даже не нужно атаковать народ Божий, потому что они и сами неплохо справляются. Все нападают друг на друга и говорят все, что придет в голову. Это должно прекратиться, если мы хотим привлечь мир. Мир не привлекает весь этот мусор, неважно кто вы, баптист, пятидесятник, реформист или католик. Если Иисус Христос ваш Господь, то вы мой брат или сестра. Есть у вас титул или нет, вы одеты в платье или в джинсы, мне не важно, вы мой брат. Мы рождены свыше от той же крови, что спасла меня, и нам нужно поддерживать друг друга, даже если у нас разные доктрины. Аминь. Сам Иисус сказал: «Я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Мы не должны атаковать своих братьев из другой церкви или деноминации за то, что они не ходят в том свете, в котором, как вам кажется, ходите вы. Мы хотим, чтобы двигался Бог. Мы не можем двигаться сами из зависти, ревности, конкуренции или из-за гнева. Я научился одной вещи, которую прочел в Библии. Когда Иисус говорит с Петром в Евангелии от Иоанна, 21 главе, там он снова призывает его на служение. Он трижды восстанавливает отношения с ним, потому что он трижды отрекся от Иисуса. После этого Иоанн лежал на груди у Иисуса, и Петр спросил, а что будет с Иоанном? Мне очень нравится прямой ответ Иисуса. Он говорит, я с тобой не об Иоанне разговариваю. Главное, ты следуй за мной. Не суй нос в дела брата. Займись моим делом. Займись моим призванием. Ты же не знаешь, о чем этот брат говорил со мной сегодня. Следи за собой. Сам следуй за Иисусом. Сам люби Иисуса. Сам поклоняйся Иисусу. Сам будь приятным благоуханием в мире. Сам стань ароматом любви в этом мире. Сам будь свидетелем Иисуса. Никто не будет воспринимать вас серьезно, если вы сплетник или клеветник. Библия говорит, что дьявол обвиняет и клевещет. Нам не нужно заниматься делами дьявола в Доме Божьем. Нужно, чтобы в Доме Божьем царила Божья любовь, и чтобы, придя сюда, люди могли переживать Божью любовь. Чтобы каждый, приходя сюда, переживал Божью любовь, и черный, и белый, и азиат все вместе. Раса не важна, потому что та же кровь, что спасла меня, спасла и вас во имя Господа Иисуса. Аминь. Я как Павел. Мне нужно каждый день умирать. Всего в одном предложении я смог столько всего сказать, чтобы неправильно представить Божью любовь. Бог создал всех людей равными. А если вы считаете людей неравными, и при этом сидите в церкви со своей Библией и молитесь во имя Иисуса, но вы не сделали первый шаг в христианстве, шаг любви, а именно, возлюби ближнего, как самого себя, возлюбите представителя другой культуры так, как вы любите себя,
Не смотрите на людей свысока. Как мы можем смотреть свысока на кого-либо, если мы сами были грешниками? Если мы сами не заслуживали Божьей любви и благодати? Цвет кожи не дает нам права на спасение. Наши предки не дают нам права на спасение. Но почему-то мы решили, что можем решать, кого Бог принимает, а кого нет. Бог любит самых бедных. Богу есть дело до самых разбитых и сломленных, до самых раненых и страждущих. Бог любит всех, и богачей, и нюхающих кокаин, их адвокатов, нюхающих кокаин также, и докторов, нюхающих кокаин. Он любит их так же, как и обычных подростков, нюхающих клей. Для Бога это одна и та же зависимость. Я проповедовал когда-то в больнице, и одна медсестра сказала мне: «Пастор, эти три хирурга нюхают кокаин перед операцией. Они все на кокаине, потому что не могут справиться с давлением. Многие юристы, адвокаты и высокопоставленные лица нюхают. Я вас не осуждаю, но тогда не осуждайте и кого-то другого, и не считайте себя лучше другого». Нам нужно исправить это основа. Мы должны считать всех равными. И мы должны любить всех одинаково. Забудьте о пробуждении. Вы можете прыгать, пророчествовать, изгонять демонов и впечатлять людей, но вы не впечатлите Бога. Бога впечатляет не внешность, а сердцем. И вы не можете подделать то, что происходит в вашем сердце. Бог знает, как именно вы смотрите на брата или на сестру. Когда к нам прикасается огонь Божий, то в первую очередь он сжигает ненависть к нашим братьям и сестрам. Все, что Бог делал в Библии, имело свою цель. Я несколько раз был в Израиле с женой и с тургруппой из Блюмфонтейна. Конечно же, мне, как евангелисту, понравилось все. Я заметил, как стратегически Иисус достигал людей с целью принести Евангелие в те города и селения. Он постоянно следовал своей стратегии и ничего не делал просто так. Все делалось с целью достижения людей, а также чтобы завоевать территории, откуда потом будет проповедано Евангелие. Если вы побываете в храме и посмотрите на артефакты в храме, то заметите, как удивительно Бог завуалировал Христа во всех этих предметах. Все в храме, в ковчеге Завета и в скинии, которая передвигалась вместе с Иисусом, повсюду говорит об Иисусе. Он был там все время. В Ветхом Завете Иисус был скрыт, но в полноте времен Бог явил нам Его и принес вместе с Ним эпоху благодати и истины. Теперь мы имеем доступ к Богу. Мы были грешниками, но получили милость и благодать Божию. Это причина для хвалы. Даже язычники имеют доступ к Богу благодаря Его любви. Я верю, что начнется великое Божие движение. Оно начнется в доме, а потом и из дома. Это означает, что мы должны быть открыты к Богу и позволить Ему поработать над нами. Неважно, как давно вы спасены, сколько доктрин вы накопили. У меня вопрос: а любите ли вы Спасителя так же, как тогда, когда вы только приняли спасение? Когда Давид молился, это 50-й псалом, он говорит: «Верни мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня, научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся». Что он имеет в виду? «С годами я утратил свою остроту. Я настолько утвердился, что уже не люблю так, как должен любить». Это величайший дар. Именно об этом сказано в первом послании к Коринфянам, 13 главе. «Если я имею веру, такую, что могу двигать горы, но любви не имею, то я не имею ничего». Когда Иисус
говорит о крещении Духом Святым и огнем, а потом говорит, что мы примем силу, то он говорит об одном, о любви. Любовь не человеческая, а Божия. Вначале мы переживаем любовь Божию. В первом послании Иоанна сказано, что мы любим Его, потому что Он прежде полюбил нас. Как только вы переживете эту Божию любовь, у вас появится способность любить других людей. Поэтому, если вы были прощены, именно это сказал Иисус Симону, фарисею, когда в его дом вошла грешница, проститутка, плакала у ног Иисуса, омывала его ноги своими слезами, а затем вытирала их своими волосами. Вернее, она помазала его ноги дорогим маслом. Годовую зарплату она вылила на ноги Иисуса просто из благодарности. Иисус не сказал ей ни слова, но он знал мысли Симона фарисея. Как и многие фарисеи, он думал, если бы Иисус был истинным пророком, он бы знал, что это за женщина. Фарисея не волнует разбитая женщина. Он не думает о том, как ей помочь. Он думает лишь о том, что это грешница. Но Иисус не такой. Напоминаю, что по закону нечистые не могли прикасаться к раввину, потому что так раввин становился нечистым. Если вы нечисты, то не можете прикасаться к чистому. Но фарисей не понимал, что сила Божией любви была такой большой, что когда нечистый прикасался к чистому, то сам становился чистым. Не было никакой проповеди. Он лишь сказал Симону, «Я хочу тебе кое-что рассказать». Два человека были должны кому-то. Один был должен 250 тысяч долларов, а второй 250 долларов просто. И тот простил долги им обоим. Какой из них будет любить его сильнее? Тот, кому было прощено больше. Каким бы хорошим вы ни были, вы были прощены. Иногда люди не понимают, сколько Богу пришлось простить им. «О, я всегда был таким хорошим!» Каким бы хорошим вы ни были, вы были рождены во грехе. Вы отпали от славы Божьей. Вы заслуживали вечного осуждения, вечного огня в аду. Вы были грешником, отделенным от Бога. И Бог послал своего Сына, Иисуса Христа, и показал вам свою любовь. Он послал праведного, чтобы тот умер за неправедных, чтобы вы могли примириться с Богом. Но суть той истории в том, что очень часто люди забывают. Как и фарисей, который стоял рядом с мытарем и говорил «Спасибо, Боже, что я не грешу, как он, не выгляжу, как он, я в полном порядке, и ты всегда благословлял меня». А грешник говорил «Отец, я даже не достоин посмотреть на тебя. Будь милостив ко мне». И кто же из них уйдет оттуда оправданным? Кто? Это не имеет ничего общего с правильной жизнью. Тут речь о том, чтобы жить справедно, но при этом полагаться на благодать и милость Божию. Вы праведны и живете праведным, а также живете в победе над грехом из-за благодати Божией. Благодать, как ваш наставник, выводит вас из рабства. Когда за вас берется благодать, сила греха над вашей жизнью разрушена. А если вы осознаете все, что Бог сделал для вас, то как вы сможете смотреть на кого-то с каким-либо осуждением? Если вы заслуживали вечной смерти всего за один грех, назовите свой грех. Украли деньги, когда были еще маленьким ребенком? Солгали? Подумали что-то плохое, посмотрели с похотью? Блуд, пьянство, обжорство? Как вы теперь себя чувствуете? Не очень хорошо? Да?
Можно долго перечислять все, что вы сделали, но Библия говорит, что Бог поступил с вами не по вашим грехам. Бог примирил вас с собой через Иисуса Христа, не поступив с вами по вашим грехам. Бог примирил вас с собою, послав Иисуса на крест, не считая все ваши грехи. Это означает, что Он не держит ваши грехи против вас. Так почему же мы решили, что имеем право держать грехи других людей против них или указывать им на их грехи? Возможно, сейчас ваш грех — это самоправедность. Что заставляет нас оставаться смиренными и полагаться на Божью благодать? Иисус говорит о том, что мы должны помнить, сколько всего нам прощено. Библия говорит, что за секунду Бог стер все преступления. Все грехи, все воспоминания о них. И сказал: «Я больше не вспомню твоих грехов и преступлений». Так почему же мы делаем Божью любовь условной по отношению к другим людям? К другу, который оступился, или к какому-то человеку, который сделал что-то плохое, или когда вы рассказываете какую-то шутку о представителе другого народа и нашего народа, так вы не выполняете заповедь Божью. Я иногда спорю с людьми: «Не нужно возвращать меня туда, откуда Бог уже спас меня. Я стою перед троном благодати благодаря крови и любви Иисуса». То же касается всех братьев и сестер, независимо от цвета их кожи, их происхождения, их ошибок или недостатков. Мы оправданы кровью Иисуса Христа. Если вы знаете, что Бог простил вам многие вещи, то прославьте Его на этом месте и сделайте это громко. Аллилуйя! Если проповедь, которую вы услышали, коснулась вас, и вы знаете, что вам нужно отдать свою жизнь Иисусу, произнесите эту молитву. Скажите: «Господь Иисус, сегодня я возвращаюсь к Тебе. Спасибо за то, что любишь меня таким, как я есть. Я верю, что Ты Сын Божий, что Ты умер за мои грехи. Я исповедую, что Ты воскрес на третий день, и сейчас Ты живой. Сегодня я открываю свое сердце и приглашаю Тебя стать моим Господом и Спасителем. Омой меня своей святой кровью. Прости мне мои грехи. Дай мне силу быть настоящим ребенком Бога. Спасибо за новое начало. Спасибо за то, что любишь и принимаешь меня. Я дома. Я Твой навеки. Я прощен, я полностью оправдан, и я молюсь Тебе во имя моего Господа Иисуса Христа». Провозгласите на это «Аминь». Скажите вместе со мной: «Отец, я прихожу к Тебе во имя Иисуса. Я провозглашаю, что я живу под кровом Всевышнего, и поэтому я покоюсь под сенью Всемогущего. Я скажу Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Я знаю, Ты избавишь меня от сети ловца, от гибельной язвы. Ты осенишь меня своими перьями, и под крыльями Твоими я буду безопасен. Твоя истина — щит и ограждение. Я не убоюсь». Скажите еще раз: «Я не убоюсь ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке. Не убоюсь коронавируса, заразы, опустошающие в полдень. Даже если падут подле меня тысячи и 10 000 одесную меня, но ко мне не приблизится, только смотреть буду очами моими и видеть возмездие нечестивым». Отец, Ты обещал, что за то, что я сделал Тебя своим Господом, своим прибежищем, за то, что я сделал Всевышнего моим покровом, никакое зло не приключится со мной.
и никакая язва, никакая язва не приблизится к дому моему, потому что ты ангелом своим заповедал охранять меня во всех путях моих. Они понесут меня на руках своих, не приткнусь о камень ногою моею. Я наступлю на аспида и василиска, буду попирать льва и дракона. Отец, я благодарю Тебя, что Ты обещал, что за то, что я возлюбил Тебя, Ты избавишь меня. Спасибо, что Ты возвысишь меня за то, что я познал имя Твое. Во имя Иисуса я взываю к имени Иисуса. Я знаю, что Ты слышишь меня, и Ты избавишь меня и спасешь меня во всякое время. Поэтому я взываю к Тебе, Иисус. Я знаю, что сегодня Ты отвечаешь мне и защищаешь меня. Ты со мною во время скорби. Ты избавишь меня и прославишь меня. Во имя Иисуса никакое зло не приключится мне, потому что Ты, Господь, мой пастырь. Я ни в чем не буду нуждаться во имя Иисуса. Аллилуйя. Долготою дней, скажите, долготою дней Ты насытишь меня и явишь мне спасение Твое. Я верю, что я под защитой крови Твоей. Моя семья, мой брак, мои дети, мой бизнес и все отношения под защитой крови Иисуса Христа. Никакое зло, никакое зло, никакое зло не случится со мною, потому что Ты, Бог, защитник мой, Ты мой хранитель и Ты мой Господь. Ты мое прибежище во имя Иисуса. Если вы верите в это всем сердцем, воздайте Господу огромную славу во имя Иисуса. Аллилуйя! Восхваляйте Его и славьте Его. Аллилуйя! 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 Спасибо, пастор Эд, за динамичное послание. Если вы хотите больше узнать о нашем служении, заходите на наш сайт. Если у вас есть молитвенная нужда, напишите нам. Мы строим одну церковь в разных местах. Это все на сегодня.